Осторожно, кишечный грипп. В городе участились случаи заболевания ротавирусной инфекцией. За месяц госпитализировано 9 человек, из них 6 детей до 2 лет. Заболевание начинается остро, как правило, с тошноты, рвоты, поноса, болями в животе проявляется, повышением температуры до 38-39 градусов. Болеют чаще дети. Часто болеют дети, посещающие дошкольные учреждения, так как передача заболевания происходит через грязные игрушки, грязные руки, немытые соски, бутылки. Поэтому врачи рекомендуют соблюдать элементарные правила личной гигиены. Это лучшее средство профилактики ротавирусной инфекции.